так большая тема, которой в той или иной степени посвящены оба наших сегодняшних доклада, это семейная жизнь русской княжеской династии со всеми вытекающими из этой жизни последствиями для страны и общества. Для исследования этой темы необходимо перво-наперво выделить некие ключевые пункты. И одним из таких пунктов является только что обсуждавшаяся проблема незаконно рожденных детей. А вторая, о которой сегодня речь пойдет, это свойство. Но об этом я буду говорить позже. А сейчас на минутку вернусь к предыдущему, к такой теме предыдущего доклада. Из предшествующего рассказа складывается впечатление, что в предхристианский период в Скандинавии и на Руси царит некоторое единодушие в отношении к бастардам. Для нас очень важно это хотя бы первичное впечатление, потому что позже, прежде всего в XII столетии, статус и функции княжеского бастарда в этих странах очень существенно разойдутся. И нам придется так или иначе объяснять и иллюстрировать это движение от, казалось бы, сходных прототипов к несходным результатам. Но вот, возвращаясь к теме предыдущего доклада, как нам кажется, в результате того, о чем шла в предыдущем докладе речь, у нас появляются дополнительные аргументы в пользу того, что формула пространной редакции «Русской правды» «Аже будут робьи дети у мужа, то задница им не и мати, но свобода им смертью», ну, есть разночтение с матерью, восходит к древним дохристианским временам. Причем весьма вероятно, что сформировалась эта норма в некой скандинаво-восточнославянской правовой среде. Если действовать в русле, так сказать, формальной этимологии, можно было бы вообще говорить о скандинавском происхождении этой нормы. В самом деле, для Скандинавии у нас есть ее репрезентация в X веке. Она весьма широко представлена в письменных судебниках, в том числе и в таком известном, как «Серый гусь». Мы можем указать даже нечто вроде условной точки перехода ее из одной культурной традиции в другую. Это и есть наш пресловутый летописный диалог Владимира и Рагнеды. Можно допустить, что эта ситуация дублировалась в ту пору не только в княжеской среде. Однако пока, вплоть до дальнейшего исследования, мы воздержались бы от категорического исследования вот такому формальному этимологическому пути и остановились бы на понятии единого предхристианского русско-скандинавского правового пространства для этой нормы. Еще одно соображение, о котором мне хотелось бы упомянуть, не имеет практически никакого отношения к русской правде, но зато самым непосредственным образом связано с историей европейских династий, не только в Скандинавии и на Руси. В чем заключалась ошибка Рагнеды, обошедшаяся ей так дорого? Казалось бы, если судить по скандинавским правовым прецедентам, девушка действовала совершенно правильно и абсолютно закономерно. Судя по позднейшей норме пространной редакции «Русской правды», такая же точка зрения на Нарабичичей возобладала и на Руси. Однако Рагнеда и в самом деле ошиблась, потому что в эпоху смуты и вакуума власти она отнеслась к Владимиру как к сыну амбат, рабыни и знатного землевладельца. Он же, выражаясь языком журналистским, позиционировал себя в тот момент как сын конунга. А здесь включаются совсем иные механизмы легитимизации, и право обычая, столь обязательное для других, отступает на второй план. Особенно это актуально в тот момент, когда династия переживает период становления или тяжелый кризис. В определенном смысле здесь сакрализуется право силы, и Владимир должен доказать, что он не вполне субъект обычного права и в том, что касается наследования, и в том, что касается брака. Сделать это тем труднее и тем важнее, что отца, который может ему помогать и установить его право или, напротив того, мешать, на свете уже нет. Это очень важно и в правовом времени события, и в литературном времени рассказа о нем. В качестве любопытной параллели к этой стороне инцидента между Владимиром и Рагнедой можно привести легенду, изложенную Ведукиндом Корвейским, о разрешении кризиса франкской и тюрингской династии. Только мы сразу хотели бы предупредить, что не собираемся вот так прямо сейчас ее использовать в качестве нарративной или юридической аналогии летописному свидетельству. Итак, согласно рассказу Ведукинда, король франков Гуго, умерев, оставил дочь Амальбергу, которая вышла замуж за короля тюрингов Ирменфрида,
и сына по имени Теодорик, рожденного от наложницы, которого франки после смерти отца избрали своим королем. Теодорик отправил послов к своей сестре Амальберге и зятю Эрминфриду, предлагая тому родство и дружбу, хотя тюринги формально вообще были подчинены франкам на тот момент. Как полагает хронист, Эрминфрид был не прочь согласиться, но Амальберге и ее приспешникам удалось убедить короля дать послу совсем другой ответ, чем он собирался сначала, и выразить удивление, как Теодорик, раб по рождению, домогается власти, ведь собственному рабу не подобает сдаваться. Амальберга утверждала, что она имеет все права наследования, поскольку рождена королем и королевой. Разгорелась война, победил Теодорик. И тогда разгромленный Эрминфрид был вынужден отправить к нему посла со следующими речами. «Меня прислал к тебе твой родственник, теперь твой раб, чтобы ты сжалился, если не над ним, то, по крайней мере, над своей несчастной сестрой или своими племянниками, попавшими в крайние бедствия». А вот такая вот династическая иллюстрация. По-видимому, отчасти именно в результате таких силовых легитимизирующих актов утверждалось право династии и в последующие, более спокойные времена существовать на несколько иных брачных и наследственных правовых, таких правилах, скорее, чем правовых основаниях, чем та среда, из которой эта династия вышла. Вот, так сказать, некоторая точка перегиба, определяющая многое и для более мирных времен. Мы предполагали немножко что-то сказать о смене системного такого отношения к детям рабыни и наложницы и на изменении терминологии в этом смысле, но я думаю, что это мы оставим скорее для вопросов, если таковые возникнут, а пока с детьми, рожденными под знаком незаконно рожденных, покончим и перейдем к второй теме, связанной с династической жизнью Рюриковича, к теме свойства. Она вызывала гораздо меньше интереса у исследователей до сих пор, нежели тема кровного родства. Можно сказать, что систематических разысканий на сей счет попросту не существует. И это при том, что о важности самого предмета нет нужды долго распространяться. С одной стороны, свойство, то есть родство через брак, это то, что человек, в данном случае правитель, выбирает для себя сам, вкладывая в него некоторую программу – военную, мирную, футурологическую, какую угодно. С другой стороны, как уже отмечалось неоднократно, запрет на браки с близкими свойственниками – это, собственно, церковная инвенция и инновация. В таком виде его не существовало ни в Библии, ни в римском праве, ни, например, в дохристианской практике средиземноморских или германских народов. Но благодаря авторитету церкви влияние этих ограничений на жизнь было огромно. В основе запретов на браки с близкими свойствами лежит, как известно, концепция единства плоти, появляющаяся в результате таинства брака между мужем и женой. Говоря о единстве плоти и о других канонических предметах, связанных с этой концепцией, я сегодня буду варварски все время огрублять дело, потому что здесь каждый шаг и каждая модификация, вообще говоря, заслуживает отдельной конференции, и поневоле это все будет в очень схематизированном виде. Прошу простить заранее, если что-то, какие-то возникнут возражения, их в вопросах мы в дискуссии с удовольствием обсудим. Итак, если с идеальной строгостью придерживаться концепции единой плоти, то брат моего мужа является моим братом, его двоюродный дядя моим двоюродным дядем, и его племянник моим племянником, и, соответственно, моя сестра – это его сестра и так далее. Таким образом, если воплощать эту схему в жизнь последовательно, то сколько степеней кровного родства запретно для брачного союза, столько же должно быть запретно и степеней свойства. Так, к примеру, моя сестра не может стать женой двоюродного брата моего мужа, поскольку между ними существует шестая степень свойства. Такая строгая последовательность вполне могла не только запечатлеваться в каноническом праве, но и реализовываться на практике. Однако запреты на браки со свойственниками всегда оставались более уязвимой зоной, чем браки с кровными родственниками, как для канонистов, так и в особенности для практической жизни. Попросту говоря, здесь зачастую допускались большие послабления.
Коль скоро речь шла об обращении некой языческой области, церковь могла, во-первых, руководствоваться в этом отношении варьирующимися теоретическими предпосылками, и, во-вторых, относиться с большей или меньшей снисходительностью к их практическому осуществлению в местной практике. Приведем в качестве иллюстрации знаменитую цитату из «Беды достопочтенного», где он цитирует ответы папы Григория на вопросы Августина, крестившего англов. Вопрос Августина. «Могут ли двое родных братьев жениться на двух сестрах, семья которых им не родственна?» Отвечает Григорий. «Такое допустимо, поскольку в святых речениях нет ничего, что запрещало бы это». Как известно, это было запрещено каноном впоследствии. И не впоследствии, а уже и во времена составления памятника. Вопрос Августина. «До какой степени родства могут верующие вступать в брак? И можно ли жениться на мачехе, либо на невестке?» Отвечает Григорий. «Закон римского государства гласит, что сын и дочь брата с сестрой, или двух братьев, или двух сестер, могут вступать в брак. Но опыт показывает, что потомство от таких браков недолговечно, и священный закон запрещает открывать наготу ближних своих. Поэтому верующие могут жениться лишь на родственниках в третьем или четвертом колене, а те, о ком сказано выше, не могут жениться ни в коем случае. Жениться на мачехе – смертный грех, ибо сказано в законе «наготы отца твоего не открывай». И хотя это не нагота отца, но сказано «и будут два одной плотью». Поэтому тот, кто открывает наготу мачехи своей, открывает тем самым и наготу своего отца. Потому же запрещено жениться на жене брата, ибо в предыдущем браке она была одной плотью с братом. Из-за этого принял смерть Иоанн Креститель, которого не понуждали отречься от Христа и обезглавили не за исповедание Христа. Но Христос сказал «Я есть истина», а Иоанна казнили за истину, значит, он пролил кровь за Христа. Как нетрудно убедиться, один тип браков со свойственниками, женитьбы на вдовах своих ближайших родичей, запрещен здесь строжайше. В то время как другой тип, так называемый параллельный брак, когда две сестры выходят замуж за двух братьев, оказывается в тексте беды дозволенным. Надо ли говорить, сколько копий уже в средние века было сломано относительно этого идущего вразрез с канонами дозволения, не в последнюю очередь относительно его аутентичности и принадлежности папе Григорию? Восточная церковь впоследствии неоднократно упрекала западную в том, что у них не соблюдаются запреты на браки близких свойственников. Бывало даже и такое, что епископы западной церкви сами отмечали большую твердость восточной в таких запретах. Тем не менее, это, разумеется, ни в коем случае не означает безразличие западного мира к ограничениям по свойству. Если мы попытаемся определить место Рюриковичей среди правящих домов в Средневековье по этому признаку, то мы должны держать в голове по крайней мере три параметра. Эволюцию и вариативность канонического права вообще, меру применимости тех или иных канонических норм в местной практике в целом, и, наконец, специфику этой применимости в правящих династиях. Браки правителей в реальной жизни, как довольно быстро убеждаешься, устроены не всегда так, как браки их подданных. Так вот, сейчас мы будем говорить о том, что являлось, так сказать, узуальной нормой у Рюриковичей. Как они относились на практике к бракам со свойственниками, они должны были или могли бы к ним относиться в перспективе того или иного извода канонического права. Начинать здесь волей-неволей приходится со статистических подсчетов, подразумевающих, конечно же, рисование всевозможных таблиц свойства, что на русском династическом материале, повторюсь, до сих пор сделано не было. Взяв на себя эту задачу, необходимо сделать ряд методологических оговорок. Во-первых, мы занимаемся княжескими браками до монгольской поры, а сегодня к тому же сосредоточимся по преимуществу на внутридинастических браках. Браки эти, в свою очередь, делятся, как и положено, на зарегистрированные и незарегистрированные. Разумеется, мы имеем в виду зарегистрированные в летописи и, с другой стороны, те, что вычисляются и реконструируются исследователями. На самом деле, это дихотомическое деление, вообще-то очень нужное, отчасти условно. Между этими двумя типами существует некоторая серая область, когда в летописи напрямую не сказано, что благоверный великий князь Рюрик Ростиславич отдать честь свою Всеславу в Рязань за Ярослава Заглебовича, но некий князь называется Шурином, тестем или зятем другого князя. Так вот, мы включаем в общую статистику только зарегистрированные браки и наиболее надежные, то есть обстоятельно охарактеризованные, из пресловутой серой зоны.
Например, если князь Игорь Святославович Новгород-Северский назван зятем Владимира Ярославича Галицкого и в той же летописной статье «Владимир Шурином Игоря», то мы можем говорить о том, что Игорь и в самом деле женат на дочке Ярослава Осмомысла, сестре Владимира. Одного именования «зять» было бы, увы, недостаточно, поскольку зятем в летописной традиции может именоваться как муж дочери, так и муж сестры, а возможно, хотя и не наверняка, даже муж двоюродной сестры или племянницы. Что же касается всяческих реконструкций и исследовательских построений чужих и своих собственных, то мы их в общей статистике на сегодняшний день не учитываем. Собственно говоря, узуальные правила соблюдения запретов относительно свойства, если они будут внятно установлены, сами по себе обладают некоторой реконструктивной мощностью, то есть позволяют судить о степени вероятности того или иного предполагаемого брака. Но прежде чем вступать на эту довольно зыбкую почву, необходимо разобраться с этими правилами на массиве надежно зафиксированных браков. Вообще говоря, мы стараемся постепенно, и что-то в этом направлении уже сделали, на каждый брак вводить что-то вроде паспорта, такой характеризующей статьи, откуда, где зафиксировано, откуда о нем известно, какие последствия вроде родства и свойства во всей системе из него вытекают. Кроме того, необходимо помнить, что наши характеристики частотности тех или иных матримониальных ситуаций у Рюриковичей, вообще говоря, всегда обречены на неточность. Тому виной, во-первых, андроцентризм системы указаний родства в летописи, иначе говоря, мы часто знаем, кто отец жениха или невесты, но не знаем, кто мать, что, естественно, делает неполными наши выкладки о запретах на близкосвойственные браки в этой семье. Во-вторых, наши сведения неполны сами по себе. Мы знаем, на ком женился один из братьев, но ничего не можем сказать о браке другого. Тем не менее, нам представляется, что доступное исследованию пространства все же достаточно велико, чтобы мы могли экстраполировать полученные в нем результаты на матримониальный обиход династии в целом. Что же выясняется в результате наших подсчетов на материале зарегистрированных браков? Русские князья очевидным образом принимали во внимание запреты на брак с близкими свойственниками, во всяком случае, в куда большей мере, чем их скандинавские коллеги. Тем не менее, схема полного тождества, родства свойству здесь не выдерживается. Так, в русской традиции нельзя жениться на своих кровных родственниках в шестой степени. Например, нельзя выйти замуж за своего троюродного брата. И эта норма соблюдается достаточно последовательно, хотя отступление здесь немножко больше, чем может показаться на первый взгляд. Браки же между свойственниками шестой степени составляют практически четверть от всех внутридинастических браков Рюриковичей. Причем имеется ряд таких случаев, когда брачующиеся оказываются свойственниками в шестой степени сразу по двум линиям, так что можно попросту сказать, что для династии шестая степень родства никак не была запретной. Вот. Разбираться. Ушла. Вот я очень подозреваю, что у меня по фазнике Саша проблема с ошейником. Вам необходимо подойти, тогда... Да нет, в общем-то нет. В общем, подойти может Федор Борисович. Зеленым и лиловым разные степени свойства. Разные линии свойства. Можно видеть, что вот и по этой, и по этой врачующиеся Святославный и Роман Ростиславич оказываются в шестой степени свойства по разным линиям, благодаря браку Всеволода Ольговича с Мстиславной и благодаря браку Святославны с Романом. То есть, попросту говоря, потому что в свое время тетка жениха и дядя невесты были женаты, а еще два двоюродных брата женаты на родных сестрах. То есть они как бы два раза свойственники в шестой степени. Синим показаны браки синими, просто черным кровное родство, соответственно, зеленым и розоватым. Вот это самый ход линии свойства. Разобраться в этом непросто. Если кто-то знает, как легко, графически и удобно демонстрировать двудомное двухродовое свойство, пусть нас научит. В виде компьютерной программы это сделать гораздо легче, чем может зажигаться то, что тебе нужно. Но вот мы работаем над этим, но еще далеки. Обсуждается брак Святославны и Ярополка. Я ошибся, потому всех запутал. И Мария, гипотетическая, и Ярополк оказываются
свойственной шестой степени, благодаря браку Романа Ростиславича и Святославны, и благодаря браку Всеволода Ольговича и Мстиславны. Давным-давно, когда-то... Все это обилие стрелок призвано показать вот этот нехитрый пейзаж. Ход свойства, как бы. Почему они... Что? Нет, нет, все в порядке. Совсем иначе устроено дело с пятой степенью свойства, которая считалась безусловно нежелательной. Собственно говоря, браки со свойственниками в пятой степени представлены одним относительно ясным случаем, еще двумя такими не совсем ясными, и еще одним совсем сомнительным. Вот одну из наиболее ясных схем, показывающих, что человек все-таки умудрился жениться на своей свойственнице в пятой степени, мы сейчас показываем на следующем слайде. Нет, ну, вот просто вот так считается свойство. Речь идет о браке Юрия Ярославича Туровского и некой Всеволода. Надо сказать, что отца Всеволода мы не знаем. До сих пор идут баталии, кто был этот Всеволод. Но счастливым образом в данном случае он не имеет для нас никакого значения. Значение, потому что мы твердо знаем, кто была ее мать. Что она внучка. Вот так идет направление счета. Вот раз, тут ноль, потому что они муж и жена. А стало быть между ними ноль. 4, 5. Таким образом, все отклоны Юрий Туровский оказываются в пятой степени свойства по отношению друг к другу. И это такой вот плохой, с этой точки зрения, брак. Вообще говоря, как только у нас таких браков всего несколько, и, видимо, за каждым из них стоит какая-то история, какой-то сюжет. Вообще говоря, как только у нас начинают намечаться какие-то, пускай и не жесткие правила, то, конечно, для такой живой истории, а не голой генеалогической схемы, интереснее всего исключение. То есть почему было сделано то, что обычно, строго говоря, не делалось? Вот как такое исключение возникло. Вернемся, однако, к нашим подсчетам. Да. Дело вот в чем. Это вопрос хороший, и он должен был возникнуть. Это вопрос, вообще говоря, спорный. С точки зрения родства это очень важно. С точки зрения свойства, была ли она его матерью или мачехой, что более вероятно, не имеет значения, поскольку к моменту его брака она успела побывать женой его отца, так или иначе. Для нас в перспективе свойства не имеет значения, мать она ему или мачеха. Вот такой вот хитрый кунштюк, совсем иной, чем при подсчете кровного родства. А возвращаясь к нашим подсчетам, браки со свойственниками в четвертой степени были безусловно нежелательны. Пока нам обнаружить удалось только одно ясное исключение. Это второй брак Новгород-Северского князя Олега Святославича, брата знаменитого героя «Слова о полку Игореве». В 1165 году он взял в жены Агафью, сестру Романа Ростиславича Смоленского. И это при том, что сам Роман Ростиславич с 1149 года уже был женат на сестре Олега. Таким образом, это типичный перекрестный брат, когда брат и сестра женаты на сестре и брате. Он был очень популярен во многих архаических традициях, очень выгоден с точки зрения двойного скрепления родового союза, но, безусловно, запретен с канонической точки зрения. Вот в интересующий нас период мы пока такой брак нашли только один, что, в общем, недвусмысленно свидетельствует о том, что союзы такого рода были запрещены. На этот счет может быть сделана такая оговорка, что, правда, которую дело не меняет, что в каноническом праве, если этот подсчет степеней иллюстрируется наглядными примерами, и они приводятся кратко,
то чаще всего говорится о запретности брака на двух братьев, на двух сестрах. В более развернутом комментарии может быть охарактеризован и такой брак. То есть этот брак, конечно, запретен с канонической точки зрения, но вот как бы не в любом кратком справочнике, что называется, эта запретность могла быть наглядно проиллюстрирована, что вроде как он поэтому может быть чуть-чуть лучше параллельного брака, хотя я бы не стала придавать этому особенного значения. И может быть имеет некое значение, хотя не знаю какое, что это второй брак. Опять же, с канонической точки зрения это решительно все равно. Вроде бы да. Вот со строго канонической. Что касается браков со свойственниками в еще более близких, то есть второй и третьих степенях свойства, то они у Рюриковичей в интересующий нас период были абсолютно невозможны. Во всяком случае, ни одного примера подобного рода не сыскалось. Напомним, что в европейских династиях такое время от времени, вообще говоря, случается. В частности, так устроен, по-видимому, брак Свена Эстридсена и его дочери, которые оказались женаты на своих свойственниках во второй степени. Свен взял в жены мать Олова Тихого, тогда как дочь вышла замуж за самого Олова. Это далеко не единственный пример. Не знаю, в IX веке точно такую же штуку, например, проделал, согласно Лютпранду Кремонскому, итальянский король Гуго, женившись на Берте, вдове бургундского короля, а сына своего Лотари он женил на ее дочери Адольгейде. Это один из таких случаев, когда Лютпранд вообще так эксплицитно противопоставляет византийские обычаи и их собственный, делая вид, что германцам как бы и ничего жениться на одновременно сыну на, и отцу, на матери и дочери, что, конечно, опять-таки канону не соответствует, но вот некоторую разницу обычая он чувствует и подчеркивает. Мы сегодня ничего не говорили о совершенно особом статусе запрета жениться на вдове брата в династии Рюриковичей. Попросту говоря, он имел такой вид, что ни один Рюрикович до монгольского времени не брал в жены вдову другого Рюриковича, в сколь бы отдаленном родстве они ни находились. Это тема особая, о которой мы уже несколько раз рассказывали на последних конференциях. И сейчас скажу только, что такой подход к делу автоматически отметает саму возможность целой категории союзов со свойственниками второй и третьей степени. То есть вот этот запрет, он просто делает так, и все покрывает целую категорию, но, кажется, не все. Итак, в том, что касается браков Рюриковичей 11, 12 и начала 13 века, можно в качестве краткого предварительного итога сказать, что они, выработав свой собственный абсолютный запрет на браки с княгиними вдовами, в остальном старались исключать из своего брачного обихода первые четыре степени свойства, считали весьма нежелательной пятую степень и вполне допустимыми все последующие. Все. Я хотел бы задать такой вопрос, но, может быть, начну с реминисценции. То есть там вы сказали, что запрет на браки с, скажем, на брак с вдовой брата был категоричным, то есть подобных случаев в практике не встречалось. Но, у Рюриковича нет. Ну да, но все-таки были какие-то шаткие случаи, когда брак мог быть признан легитимным или нелегитимным в зависимости от точки зрения. То есть случались ли, были ли прецеденты, когда брак уже постфактум был признан действительным, и, соответственно, потомство значительно теряло в своем юридическом статусе. Мне просто приходит на ум пример из истории Англии, гораздо более поздних времен, когда первая жена Генриха VIII была, соответственно, вдовой его брата, и на этом основании он как бы подал заявление в папскую канцелярию о разводе. Папа ему отказал, соответственно, реформация произошла как раз на этой почве. Но, собственно, это как раз пример, когда речь идет о вдове брата, но если это несколько, как бы, если расширить несколько рамки, то Елизавета все свое правление очень непрочно сидела на троне именно из-за своего полубастардного статуса. То есть были ли такие прецеденты, когда брак был постфактум расторгнут, и легитимность потомства ставилась под сомнение? Елизавета какая? Ну, во-первых, я должна сказать, что я в докладе допустила случай откровенной лжи, потому что взаимоотношения с женой брата и некоторые сомнения в статусе легитимности
потомства. Один раз имели место, это просто в русской истории, давно, это уж очень особая статья, о которой мы довольно много говорили, даже что-то писали, это, понятно, казус Ярополка, Владимира и Святополка, происшедшего двое отцов. Поэтому, ну, это как-то действительно уж очень обособленный случай. Для нас сегодня, пожалуй, важнее подчеркнуть, это такой в своем роде антипрецедент, для нас важнее подчеркнуть, что в дальнейшем ни одного брака у Рюриковича со вдовой Рюриковича в домонгольский период не наблюдается вообще. Поэтому по этому пункту нельзя было ни счесть ни брак несостоятельным, ни потомство нелегитимным. Не бывает так. Я хочу немного расширить рамки. То есть вот есть какая-то вот, ну, может быть, небольшая группа близкородственных браков, которые могли бы поставлены под сомнение. Не именно там. Понятно, по-видимому, с кровными родственниками, по-видимому, так могло быть. То есть это весьма вероятно. Это касается шестой степени кровного родства. Но дело в том, что у нас здесь нет такой развернутой документации, когда мы могли бы на основании каких-то текстов утверждать, что брак был расторгнут потому-то и потому-то. Хотя факт расторжения брака вроде как бы есть, и чрезмерная близость кровного родства тоже есть, что позволяет вот сделать разные такой случаи. Что? Есть факт расторжения брака известный, ну там, не знаю, жена, дочь. Нет, есть совпадающие случаи. Слова с помыслом, но там нету близкого кровного родства. Нет, нет, я хочу сказать, что есть и такие случаи, но мы и реконструктивным образом мы можем сказать, что вообще довольно вероятно, что брак был, что поводом к расторжению брака, когда это понадобилось, послужило чрезмерно близкое кровное родство. Но вот единственное, что мы не располагаем текстом.